Друзья, привет! Потрясающий солнечный денек. Мы пришли на пляж. Сейчас будем смотреть разные замечательные вещи. Так, где мы находимся? За моей спиной Пратамнак. То есть, вот если дорога прямо, это Пратамнак 5. Вот это вот перпендикулярно Пратамнак 6. А если мы будем говорить о пляже и дороге, которая идет вдоль пляжа, это Джамтиен Роуд. То есть, это стык Джамтиен и Пратамнак. Пляж называется Ин Йом. Но к пляжу мы вернемся. Давайте сначала посмотрим на 7-Eleven. 7-Eleven очень интересный, но не сам магазин. Ну, магазин не маленький. Конечно, мы с вами, возможно, уже видели двухэтажный, если я вам его показывал. Но этот 7-Eleven интересен тем, что здесь есть столики. То есть, видите, прям с видом на море. То есть можно что-то купить в 7-Eleven. Прийти сюда. Сейчас столиков меньше, я не знаю, низкий сезон или какая-то другая причина. Обычно вот эта площадь тоже заставлена столиками. За столики доплачивать не нужно. То есть, если есть свободные столики, вы что-то купили в 7-Eleven и прямо сюда. Здесь можно сидеть. И вот эта вот дорога, она ведет на Джамтиен. Здесь есть небольшой парк. Я думаю, мы с вами прогуляемся. Такой замечательный день. Почему бы и нет? Здесь можно купаться, отдыхать. То есть, видите, песочек имеется. Здесь можно арендовать шезлонг. А вот где я стою, это что-то вроде небольшой точки обзора. То есть, такая площадочка. Давайте посмотрим. Сейчас раннее утро. И суббота. То есть я здесь один, жена на работе, отвез жену и не смог усидеть дома. Такой потрясающий день. Идемте погуляем немного. Это Пратамнак, а там Джамтиен. Кондоминиумы. Вот это вот кафетерий, ресторанчик. Здесь можно посидеть вечером, попить, поесть. Так, наверное, пойдемте к песку, потому что здесь дорога просто. А, видите, вот там вот. Вот вон там камни. То есть камни отделяют этот пляж от пляжа Джамтиен. Ну, а если еще точнее, от пляжа Дангтан. Ну так вот, то есть пляжи, они очень рядом находятся. То есть даже если не смотреть на карту, можно и не подумать, что это разные пляжи. То есть, ну, камни и камни, подумаешь. Ну, а на самом деле вот выделяют аж три пляжа. Просто потому, что они немного разделены камнями. Похожая ситуация между центральным пляжем и банкоматом, то есть северным пляжем. Там тоже всего несколько метров камней. И говорят, что это разные пляжи. На самом деле там они действительно разительно отличаются. На островах тоже такая же система. То есть если между пляжами какие-то камни, то следующая часть уже считается новым пляжем своим названием. Видите, люди делают растяжку. Кто-то отдыхает, кто-то занимается. Вот куда сейчас смотрит камера. Тоже площадочка. Это место на карте называется точкой обзора. Ну, вид на море. На полноценную точку обзора, наверное, не тянет. Ну, давайте посмотрим. Там действительно немного необычно. Там как раз уже начинается каменный берег. Это вот отели, кондоминиумы прямо на берегу моря. То есть на Вангамате имеются отели на самом берегу моря.
И здесь, если мы говорим про Джамтьен, про центральную часть, то там везде, чтобы попасть из отеля на море, нужно перейти дорогу. Вот постояльцы, кто там живет, может прямо отсюда выйти через ворота, вот через калиточку. И, пожалуйста, уже пляж. Здесь, видите, люди занимаются йогой или чем-то таким. Здесь рыбачат. То есть на этой части пляжа уже не покупаешься, а там вполне песочек, шезлонги, вполне можно купаться. Здесь острые ракушки, видите, много удочек. Вот это вот, вот эти вот горы в море, это остров Калан. Сейчас его хорошо видно. Видно, что он покрыт зеленью, хотя холмы покрыты зеленью. Ну и вот она, так называемая точка обзора. Берег действительно необычный. Камни. Тоже рыбаки. Вот то, что мы можем видеть там, это часть Пратамнака, то есть какой-то берег Паттайи. Ну, так, есть там пляж? Вроде я вижу немного песка. На Пратамнаке, кроме вот этого пляжа, который мы только что видели, есть еще два пляжа. Мы там побываем, но не сегодня. Сегодня идемте погуляем, прогуляемся по парку. Йога, интересно. Я имею в виду посмотреть. Я не любитель йоги. Если мы будем двигаться прямо по этому пляжу, мы сейчас попадем в парк, небольшой совсем парк. Попадем в парк. И потом будет пляж Дангтан. А этот пляж называется Ин Йом. Иньем вполне осмысленное слово. Давайте теперь по дороге пройдем. Мы до этого вот как раз шли по песку, а теперь пройдем по дороге. Иньем осмысленное слово. На тайском он означает соглашаться, согласие. Такой вот пляж согласия. Дангтан тоже может быть именем чьим-то. Ну и такое значение, что там. Жена говорила, что два слова. Один что-то вроде леса, второй что-то вроде фрукта или сахара. Ну, то есть при желании можно перевести, но вообще имена собственные не переводятся. Это касается и названий улиц обычно. Это касается фамилий, городов. Но если говорящие фамилии, это как-то обыгрывается, то может и переводиться. В данном случае название пляжа переводить не нужно. Они еще, видите, даже не раскрылись, не работают. Сейчас рано. Сейчас где-то 8:30, плюс-минус. 8:30 утра. Вечером весьма многолюдно. В плане много людей именно гуляет здесь. Приятное для прогулки место. Отсюда можно пройти. Вот прям вот от этого места здесь начать. И дойти до района на Джамтьен. То есть самый-самый край Джамтьена. То есть несколько километров пройти. То есть до ресторана Пупен и дальше.
Это Партамнак. Тихий, спокойный райончик. Вот эта дорога автомобильная, вдоль которой мы идем, то есть от края пляжа до, фактически до начала другого пляжа, она в какие-то часы должна перекрываться. Я, конечно, не знаю, так ли это или нет, потому что я уже был в часы, когда она должна быть закрыта, а все равно транспорт ездил, то есть она была не закрыта. Видите, ищут всякие металлы, с металлоискателем идет. Один показывал, что он там нашел, ну не за раз, а за некоторое время. Там какие-то монетки, какая-то такая требуха, так вот, чтобы золото найти или еще что-то. Кому-то, может быть, везет. Обычно какие-то крышечки из-под бутылок. Ну вот такая. Ну просто или мусор, или что-то такое с маленькой ценностью. Но мне кажется, это как спорт, как вот как рыбалка, да? То есть кто-то же рыбачит. Вот мы с отцом в детстве рыбачили. А караси, ну даже карпов особо не попадалось. Караси в основном в прудах были, пока ротаны их все не съели. Ну и карась он с ладонь. Хорошо, если с ладонь. Плюс-минус. Не, бывают большие караси, но это очень у нас редко они попадались. Вот они, камни, видите? И это считается конец одного пляжа и начало пляжа Донгтан. Вот, то есть и рыбачили, я думаю, не столько из-за этой, ну, фактически мелкой костлявой рыбы, сколько из спортивного интереса. Может, конечно, чтобы дома с бабами не сидеть, я не знаю. Может быть, в этом смысл. Ну, так и здесь, с металлоискателем. Я думаю, это больше хобби, спорт. Ну, по крайней мере, если бы они пытались прокормиться на то, что они находят, они бы уже с голода умерли. И вот это уже начало пляжа Донгтан. Мы увидим огромную красивую вывеску. Они сделали прямо она сама по себе произведение искусства. А здесь главное место по игре в волейбол. То есть здесь сразу несколько сеток подряд. Ну и, соответственно, люди знают, что здесь есть волейбольные сетки, приходят. То есть если вы без команды, если вы хотите кому-то присоединиться, то есть шанс. Так, вот давайте посмотрим, это водный парк. Мы с вами гуляли с обратной стороны, вы знаете вот эту башню, там, где я читал Намсе. Так, для прикола. Москва, 9200 километров. Качан, 260. И в противоположном направлении, вот в том направлении. Я был на острове Качан. Там очень важно арендовать правильные отели. И если вы где-то в глубине острова что-то арендуете, то пляжа не увидите, если коротко. Бангкок 139, Петербург почти 10 тысяч. О, Владивосток. Владивосток совсем близко и как будто бы... Так, это точно в правильную сторону показывает. Ну, пофигу, мы туда прямо сейчас не идем, поэтому нам без разницы. Короче, не близко. Вот они, волейбольные сетки начинаются. Если даже вы не любитель волейбола, можно хотя бы быть любителем посмотреть. Часто играют вполне спортивные, симпатичные люди. Ну уж, как говорится, на любителя. Вот он, водный парк. Мы гуляли не именно здесь. Мы гуляли где-то там, на окраине его. Он такой, больно уж детский. Здесь вот что-то вроде поезда,
Вроде бы это действующий аттракцион. То есть я сколько здесь не ходил, ни разу я не видел, чтобы этот поезд проезжал. Вот прям вот над этим, над всем, над поверхностью земли. Ни разу я не видел, но, наверное, действующий. Я потому что фотографии видел. А вот эта тарзанка, там, где можно в кабинке спуститься или прям к веревкам вам привяжут, она точно действующая. Но я так туда и не сходил. Все, собираюсь. Песочек, видите, песочек прям приятный. Прям понятно, что если на нем прыгать, играть в волейбол, не порежешься, не поранишься. Где-то здесь я тоже шел утром, тоже делал фотографии для статьи. И женщина в возрасте ко мне клеилась, что там ей с купальником надо было помочь. Где-то тут. Девушки есть, видите? Видите, хвойные деревца в Паттайе. Немного таких мест, где на пляже хвойные деревца. О, белочка, видите? Мне нечего дать. Вон они играют, видите? Прыгают с ветки на ветку. Они, бывают, падают. В принципе, ну, они не очень сильно по этому поводу переживают. То есть не помирают, если она упадет вот с этой ветки на эту высоту. Ничего с ней не будет. Она быстренько побежит на дерево и опять залезет на ветку. И дальше будет прыгать. Тоже вот красивое лиственное дерево. Вот это место, оно красивое. То есть его, если большинство пляжей, ну как бы пляжи, шезлонги, зонты, и иногда не просто отличить, то есть как какой-то пляж, центральный или Джамтьен, то вот так вот это место запоминающееся. То есть здесь, ну, по фотографии можно узнать его. Куда, к песочку пойдем? Тут кто-то про гроба стал. Блин, я не знаю. Я, конечно, понимаю, что я могу ходить где хочу, но не хочется, чтобы люди расстраивались. Вот, кстати, каяки. Так, у меня, я каким-то образом что-то случайно нажимаю, и у меня видео прорывается, потому что после какого-то очередного обновления он мне предлагает искусственный интеллект, что-то там. Ну, известно же, искусственный интеллект нравится тем, у кого не хватает естественного интеллекта. А мне он только мешается. Так, ну вот, даже по-русски, да. Школа виндсерфинга, я думаю, аренда. О! Это кайт, это же кайт. Вот это вот кайт, а это каяки. Не, подождите. Это не каяки, это этот самый суп или сап доски, сап доски. Мне нравятся каяки, а кайт — это моя давняя мечта, когда-нибудь я научусь. Здесь можно видеть отдельных любителей кайта, а вот в Хуахине я из школы возвращался по пляжу до дома. Это как бы через весь город 2 километра, но прям по пляжу. А пляж замечательный. И вот, короче, ветреный день, там на море не десятки, там сотни вот этих любителей кайта, те, кто занимается кайтингом. То есть это доска у тебя под ногами и парашют к тебе привязан. Парашют благодаря ветру тебя как бы несет, иногда несет в бок, иногда несет даже вверх, они подпрыгивают прям. На несколько метров легко подпрыгивают. Вот. И там так долго, и так это прикольно выглядит. И все это, естественно, доступно. Надо денежку, несколько тысяч на человека, потому что, ну, я думаю, вы тоже, наверное, ну, по-разному. Я вот один нигде не хожу, кроме как сейчас.
Вот. И как бы все, и тебя будут учить. Ну и время надо немного. И вот что-то как-то у меня не складывается. Но обязательно когда-нибудь я этим займусь. Со стороны очень прикольно. О, как же клево. Такой расслабон. Море. Так, если я вижу буйки, да, вот они вон там начинаются, идут. И где-то они должны к берегу, наверное, они должны закрывать. То есть получается, вот эта вся территория, вот эта вот вся часть моря, она для купаний, то есть никто на вот этих, на лодках, с мотор, ну, на лодках, на вот этих вот, в другом водном транспорте вам не помешает. Не будет вас тревожить. Это клево, конечно. Гидроцикл, я имел в виду, я не мог это слово вспомнить. Так, никто на гидроцикле мимо вас кататься не будет. Видите, каким-то тук-туком привезли людей, как будто, не знаю, отельный трансфер. Или такой необычный способ доставить туристов. Достопримечательности. Там нарисована осьминожка. Надо проверить, что это такое. Я даже не знаю, что там вывеска на китайском я вижу. Ну, понятно, что это значит китайцы. Какая-то достопримечательность для них. Так, ну давайте еще по дорожке пройдем, а там при желании вернемся. Так, здесь опять на карабас, или я не знаю. Блин, он везде на карабас там. Как-то неудобно, человек только-только разровнял. Вот видите, вот так они равняют, а ты там ходишь. Я, конечно, не уверен, какой в этом смысл. Ну, не знаю, может быть, покрасивее оно так выглядит. Но, скорее всего, я думаю, они мусор таким образом находят и очищают территорию, потому что... Из моря постоянно что-то выбрасывает. Если вот говорить про всякие малодоступные пляжи, например, на островах, ты вот туда добираешься, там людей-то практически не бывает. Ты туда с большим трудом добрался, дошел, там, может быть, через горы шел, приходишь, а там вот весь в мусоре. Хотя там людей нет. Это не от того, что кто-то пришел и домусорил, это от того, что морем повыбрасывало пластик, иногда дерево. То есть это все из моря. Мы идем, напомню, со стороны Протапдаг в сторону Джабдиеда. И вот эта дорога, она, ну, называется Джабдиен Роуд, то есть это фактически часть Джабдиена уже. Хотя пляж называется Донгтан. И если ранее мы видели от предыдущего пляжа, этот пляж отделен хотя бы камнями, то здесь, по-моему, даже камней нету. То есть здесь вот, что по дороге. Ну, по дороге, конечно, понятно, там вывеска есть. А вот если идти по песку, то даже можно и не узнать, что ты на другом пляже. Красиво, да? И вот эти люди, они не арендуют шезлонг,
То есть принесли свой матрасик или покрывало. О, белочки, видите, белочки? Белочка прям на зонтик забирается, видно вам? Держится за зонтик, смотрит, оп, и куда-то дальше. Она скорее заберется на крышу зонта, и по зонтам заберется вот на это дерево. То есть она знает, что делает. Вот еще хвойные деревья. Вот прямо по курсу туалет, 5 бат. На самом деле туалет, вот если вы, где бы вы ни были на пляже, очень легко можно найти туалет в пределах 50 метров. Я имею в виду через каждые, наверное, 100 метров-то точно. Можно найти туалет, и зачастую туалет с душем. То есть чуть подороже заплатите. Там будет душ, ну, на, допустим, бат 20. А 5 или 10 бат будет туалет стоить. Вот здесь тоже есть душ, 20 бат здесь, а туалет 5. Вот они, белочки, видите? Видно вам? Она спряталась с одного зонта под крышей, а вот они прямо на холодильниках, на красном, на оранжевом. В Джамтиене много белочек, то есть если вам хочется вот посмотреть, поиграть с ними. Если вы хотите их покормить, то там иногда какие-то такие крючочки, можно часть банана зацепить, ну вот, что они едят. Конечно, если вы будете сувать руку, они тоже могут заинтересоваться, но это такая глупость, конечно, могут укусить. И потом вы будете думать, вакцина, не вакцина, ну короче говоря, не делайте глупые вещи. С этой стороны отели, резорты, кондоминиумы. Мы с вами приближаемся к большой вывеске. Ну не вывеске, а там буквы. Они красивые, мы их посмотрим. И вот на этой площадке по вечерам занимаются аэробикой. То есть можно прийти, дать им 20 бат, ну когда дата считается. И вместе с ним под музыку танцевать, прыгать. И здесь вот я вам показывал уже аэробику как-то там. Ну что-то уж больно вяло было. Там как-то вообще. Ну а здесь повеселее, здесь помоложе ведущая. Прямо они прыгают как надо, во всю силу. Здесь нет шезлонгов, но есть естественная тень. Я знаю, многим нравится естественная тень, потому что под таким жарким солнцем сгораешь мгновенно. То есть даже загорелой кожей минут за 20, если это какой-нибудь, ну если полдень, можно сгореть все равно. Солнце очень сильное. То есть лучше использовать крема, даже если вы хотите загореть, лучше использовать крема и очень дозированно. То есть не надо недооценивать местное солнце. То есть я, когда уже будучи загоревшим, я сгорал и до такой степени, что аж кожа облазила. У меня даже лицо облазило. То есть, ну, можете понять, несколько лет здесь живешь, лицо вполне себе загорелое, а приехал на остров, там весь день нырял, ну, ездил на экскурсию, там нырял, пляжи смотрел. И через пару дней
лицо начинает облазить. Я когда матери рассказывал, я говорю, такого не бывает. Лицо, кожа на лице не может облезть. Я говорю, вот облазит. Бывает. Ну, а тело сгорает просто в миг. То есть обязательно, обязательно крема. И обязательно 10-15 минут. А если вы не загорелый, то прям по чуть-чуть начинать. Потому что один раз сгорите, это ну, почти неделю будете мучиться. И такое оно, правда. Есть, конечно, крема, которые уже после того, как сгорело, они немного утихомиривают боль, но это уже не то. В общем, лучше не допускать. Мы с вами только что говорили, лучше не делать глупых вещей, чтобы самому себе не создавать проблемы. То есть лучше не сгорать в первый день. Вот она, вывеска. Вывеска красивая, она как-то поблекла. Я же ее видел в самом начале, когда она была новая, она была такой блестящей. Ну, сейчас давайте посмотрим еще одну вывеску Jamtien Beach. И я пойду обратно. Наверное, я уже отключусь, потому что по второму разу вам показывать уже как-то вам уже не интересно. Опять ремонты. Короче, я туда не пошел, там ремонты, слышите, вот у меня за спиной работает, там обходить. И даже, я не знаю, я туда приду, а там, может, как раз ремонты в районе вывески. Ну, в общем, все. Посмотрим с вами эту вывеску Jamtien Beach и тот райончик днем как-нибудь в другой раз. Вечером, я помню, мы с вами гуляли. Но, во-первых, мы с вами не дошли, и днем все совсем по-другому. Народу мало, прогулка очень расслабляющая. Тротуар удобный, видите? Мы прошли Rainbow Beach, вот там зонтики, видите? Это вот у них радужный флаг. То есть, если вот вам интересно именно такое, то вот, вот тут. Я, конечно, не знаю подробностей, это не моя тема, но если что, вот. Сюда привезли китайских туристов. По виду много-много стульев, даже нет. Вот стульки в самом начале, совсем чуть-чуть. Так, я вижу туалет. Туалет. Вот рисунки еды, фотографии еды. Я сейчас посмотрю по карте, что это. Карта не ответила мне на этот вопрос. Ну, видимо, просто места посидеть, куда свозят туристов. Ну и, видимо, ресторанчик. Возможно, где-нибудь там в глубине. Так, осьминог. Что-то вроде горки для детей. Ну да, там где-то бар. А здесь, да, вот они, столики со стульями. А там просто, видимо, чтобы сидеть отдыхать, а здесь вот, чтобы кушать. Ну да, что-то такое между рестораном, баром и арендой лежаков. Одинокий лежак, видите? Если хотите быть один. Нравятся мне вот эти деревья. Они, кстати, хвойные, но хвоя у них очень мягкая. То есть даже когда она падает, то есть не как вот у нас идешь по лесу, там, где елки растут. И она, я, конечно, босиком по лесу не ходил, но мне почему-то кажется, что она не мягкая. А здесь она очень мягкая. И вот что интересно, ее нету на песке по той причине, что ее, значит, убирают. Потому что на других пляжах, где я видел такие деревья... Попробую на широкий формат. Я видел такие деревья, хвои очень много на песке, и она не мешает, она вот именно мягкая. Так, видимо, готовят кого-то к кайту. Вот он кайт, то есть ты стоишь. Хотя это может быть и не кайт, я могу ошибаться. Это виндсерфинг. Возможно, я до такой степени бестолковый, что я не различаю виндсерфинг и кайт. Виндсерфинг — это, видимо, когда парус приделан не к тебе на веревочке, а парус приделан к доске. И ты стоишь на доске, ветер дует, а ты
плывешь, как на парусном кораблике. А кайтинг – это когда парус привязан не к доске, а к тебе на длинных веревочках. И вот он там летит в небесах, а ты за ним почти летишь. А под ногами, а доска уже привязана к тебе тоже, соответственно. Все привязано к тебе. Да, вот такой я дремучий, оказывается. Но когда-нибудь мы с вами освоим эти водные спорты. На самом деле интересно, но я пока что освоил только каяк. И причем я занимался каякингом как в пруду, то есть в такой тихой воде, так и в море. И каяк в тихой, спокойной воде, в каком-нибудь большом пруду, то есть он очень расслабляющий, то есть там никогда больших волн не бывает. То есть ты потихонечку плывешь, гребешь веслами, плывешь потихонечку, отдыхаешь. Очень такая расслабленная. А в море оно само по себе не очень спокойно. Видите, то есть вот эти волны кажутся небольшими, но когда ты сидишь в лодочке, в узкой лодочке, и тебя вот так вверх-вниз даже, я не знаю, сантиметров до 20, это все-таки чувствуется. То есть это не то же самое, что в спокойной воде. А если море неспокойное, то может перевернуть каяк в этой узкой лодке. Перевернуться может на самом деле просто из-за неловкого движения, то есть даже волн никаких не надо. То есть если вы совсем новичок, и если вы как-то чуть-чуть хотя бы неправильно там двинетесь, пошевелитесь, уже может перевернуться. Вот. Ну и соответственно, когда большие волны, уже даже если вы все делаете правильно, волны вас могут опрокинуть. Но я плавал по большим волнам, когда ветреные большие волны. Единственное, что действительно трудно, это возвращаться. То есть вот ветер вот куда-то все-таки дует, появляется течение, или может быть там течение всегда было. Ну и так вот. Ветер дует, вас сносит, и в одну сторону как бы легко и быстро плыть. А чтобы вернуться, очень огромные усилия. И вот как раз мы с вами смотрели там направление, я говорил, остров Качанг. Большой остров. Вот там мы как раз плавали. И в одну сторону мы вроде хорошо, а потом мы попытались вернуться, и мы уже выбились из сил, я уже гляжу, жена просто перестала гребсти, я говорю, дорогая, помогай мне, потому что один я не выгребу. Я как понимаю, я тоже устал, но давай, последний рывок. И вот мы сделали этот последний рывок, мы вернули каяк, чуть не померли, как мы гребли. А когда мы возвращали каяк, он говорит, а что вы как напрягались там? Наши станции, они вот по всему острову, то есть просто по течению бы плыли там, на любой станции бы оставили каяк, а сами уже там по дороге вернулись пешком. Мы думаем, ну ладно, будем знать теперь. И, ну то есть в море, о, на банане потащили людей. Вот здесь все такие, видимо. Любители водного спорта. Здесь, видимо, можно арендовать гидроцикл. Тоже, я что-то все... Я вам рассказываю, что я собираюсь, да? Что-то никак не соберусь. Тоже когда-нибудь я соберусь покататься на гидроцикле. Что-то я не знаю. Больше планов. Вот видите, как он едет? А вот где буйки, он ехать не может. И то есть, если здесь кто-то купается, хорошо, если он вас увидит и справится с управлением. А если не увидит, вы там задернули, например. Ну, короче говоря, там, где буйки, безопаснее. Копанган. На Копангане я тоже был. Клевое место. Ступеньки какие здоровенные. Да, я все пытался найти ворота, на которых написано, что в такое-то время вечера бы они закрываются. Я потому что вначале успел сказать, что
эта часть дороги закрывается для транспорта, ну, как бы до вывески на словах, а по факту вроде бы нет. И вот, короче, они убрали эти ворота, то есть теперь это проездная дорога в любое время суток. Ну, может быть, оно и раньше так было. Я возвращаюсь к парковке, да и потом домой. Другие пляжи Портабдака мы с вами посмотрим, но в другой раз. Надо работать, я все-таки в рабочее время здесь гуляю. Девушка-красавица, вам видно? Вот на этой замечательной ноте давайте прощаться. Пока. Вот видите, вот это называется парасейлинг. Это не кайтинг, не про это я вам пытался объяснить. Это другое. Здесь лодкой тянут человека, к которому привязан парашют. А кайтинг, он все-таки поближе к морю, он стоит на доске, но к нему тоже привязан не именно парашют, а ну, такое крыло, не знаю, как писать, ну, можно сказать, парашютик. И вот эта вот штука, я в другом месте, правда, катался, в центральной. Несколько минут, с меня взяли несколько тысяч, мне очень понравилось, но уж больно дороговато. Как-нибудь, когда разбогатею.